як тобі? Як сподобалось?» «Прекрасно, прекрасно! Але якщо ви могли би перетворитися на якогось більш незвичайного персонажа?» «Ну це я можу!» Диалог «Подросший А с белым Р». Для читавших Льюиса Кэрролла это, наверное, Алиса и рыцарь белый. Для нечитавших могут быть другие персонажи. Итак, диалог. «Ах, милая, куда же вы? Куда? Ах, глупая, ну что это за бред? Искать в лесу чеширского кота для умных, утомительных бесед. У нас котов 17 штук на грош. Вон хоть бы в лукоморье поискать. Я сам как кот породою хорош. И не прошу интим не предлагать. За мной полцарства золота комод. Мой друг, вы совершаете ошибку. Вам, право же, не нужен этот кот. Да, рыцарь, мне нужна его